Данс фестиваль Евразия шанс. 30 кубков от фестиваля «Евразия Шанс», 5 кубков от фестивального движения «Надежды Европы» и только один – гран-при, главный приз фестиваля. Кому он достанется? Пензе, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре или Златоусту? Увидим скоро! Челябинская, Курганская, Самарская, Пензенская, Свердловская и Ульяновская. Танцоры 6 областей собрались на Златоустовской земле. 10-й областной фестиваль современной хореографии «Евразия Шанс» многих удивил своим высоким уровнем, композиционными находками и, конечно, талантами. Если танцуют наши дети, если танцует молодежь, да жива будет Россия, все у нас будет с вами хорошо. Очень прекрасно. Талантливые дети, педагоги, все очень шикарно. Мы очень рады, что в нашем именно городе проходит такой фестиваль уже 10 лет. Когда я выступаю, мне так нравится выступать вообще. Мне хочется стать артисткой. И когда я вот выступаю, выхожу на сцену, мне кажется, что... Ну, просто мне это выступление дает такое счастье. Все на чисто, все на мимике играется. Техники, может быть, и такой нету. Но... Как сказано, больше на эмоциях, на актерском мастерстве. Прежде всего, танцор – это актер. Если я бандит, я чувствую себя бандитом. Если я, например, любовь, то я стараюсь играть любовь. Это счастье, это в глазах. Сам проходишь через это, ты вкладываешь да, в эту душу. Как говорят, на сцене ты должен играть жизнь своего танца. Поэтому мы танцы мало, играем наших героев, потому которые там все есть. Все отдают сцене, все отдают залу, все. Танец, мне кажется, это полет в космос, полет в небо, когда ты отрываешься от земли и паришь. Танец – вихрь чувств и эмоций, грациозных движений и энергии. Движение – это жизнь. Просто такая жизнь, ты его чувствуешь и просто живешь этим танцем. Это что-то, танец – это супер вообще. Три разных образа создаются, три судьбы, да. Три пары было, да, три пары. И у каждого своя судьба, каждый должен отыграть это, тогда танец будет смотреться. Да. А если не отыграно просто техникой, то это не будет вообще не смотреться никак. Главное, если чисто вышли там столько-то человек, расставили их, и они делают одно и то же движение, это просто неинтересно. Эмоции бьют через край, все волнуются. Какой вердикт вынесет жюри? Мурашки по коже, за детей переживаем. Очень. Ну, я думаю, что... Показатель, что нас даже пригласили в гала-концерт, это уже о чем-то говорит. Значит, мы понравились. Очень удивила юниорская группа по своему уровню. Обычно на всех фестивалях это самая сильная группа. В этом году общий уровень мне показался. Лучше в номинации были средняя группа, причем удивительно, не специально жеребьевка выпала, в общем, судьба распорядилась так, что самые интересные номера были в первый день. Вот. Замечательная детская группа, да, и самая сильная была старшая группа. Лауреатами первой степени в номинациях «Эстрадный танец» и «Современная хореография» стали ансамбли «Бумеранг» Коркина, «Пульсар» Кыштым, «Дети Магнитки» Магнитогорск, «Стиль Пенза» и «Вдохновение» Златоуст. А наша Элегия стала лауреатом третьей степени. За лучший артистизм награждены «Дети Магнитки». Они очень проникновенно исполнили «Танец на ветру». Uh,
поразил этот номер чем? Вот эти вот маленькие девчонки, они настолько тонко передали состояние души, настроение музыки, причем все как одна. Заряд энергии, потом много коллективов, очень разные, очень интересные, мы тоже где-то можем поучиться у них. Опыт. Тем более, это первый наш выезд вообще из города. Я считаю, что хорошее начало для нас. Специальный приз главы Златоустовского городского округа достался коллективу «Пульсар» из Кыштыма. Но на этом серия их побед только началась. Руководитель «Пульсара» Алла Щербакова награждена за лучшую балетмейстерскую работу. Апогеем стало вручение «Пульсару» Кубка Гран-при Анатолия Акиньшина, директора фестивального движения «Надежды Европы». Вы приглашаетесь на этот конкурс полностью за счет фестивального движения «Надежды Европы». Вы почему плачете-то? От радости! Мы не ожидали вообще просто такого. Мы 10 лет ездили на этот фестиваль, мы 10 лет учились на этом фестивале. И мы не знали, что через 10 лет у нас такая победа ждет. У нас еще в этом году будет юбилей нашего коллектива. Мы просто вообще счастливы. Это первый единственный шанс в мире, который мы заработали честным трудом девчонки. Я смогу сравнить вот этот момент сейчас, который мы держали птицу в руках, сейчас она улетела, и опять ее ловить надо сейчас, причем на других фестивалях уже. «Пульсар» будет выступать в Сочи в январе этого года на 10-м международном фестивале «Надежды Европы» полностью за счет фестиваля. 50% скидку Анатолий Акиньшин сделал коллективу из Копейска, компания «Би». А многие другие ансамбли приглашены на «Надежды Европы» без оргвзноса. В их числе оказалось и наше вдохновение. Поедем в Сочи, там будем побеждать. Каким образом? Мы не будем спать, мы будем готовиться. Златоуст очень сильный, очень хорошо подготовленный, очень ровный коллектив. Они чем подкупили? Вот какой-то своей слаженностью. Видно, что с ними работают очень серьезно, работают основательно, по всем правилам, методикам, все, что хотел. Это было видно на сцене. Да. Коллективы были очень сильные. Конкуренция была серьезная, и причем достаточно сильные коллективы, но нам все-таки удалось выиграть. Выиграли главный приз фестиваля «Евразия Шанс» – Кубок Гран-при. Слава вдохновению! Не верится вообще ничего! Я не знаю, наверное, завтра проснусь, тогда это мне дойдет, что я получила. Точнее, не я, мы получили Гран-при. Так в чем секрет этой победы? Сила вообще. Эмоции. Мы выражали эмоции. Работа. Самое главное – это работа. Быть необычными, не повториться, не повторить другого коллектива, быть самим собой. Очень многим коллективам я хотел бы пожелать, что если вы берете, если они берут, скажем, классический танец, работайте серьезно над классическим танцем. Если вы берете джаз, если вы берете, работайте над направлением, работайте над школой, работайте над подготовкой детей. А по композиции интересных балетмейстерских работ, всем уже, наверное, надоели вот эти линейные построения, простые перестроения и так далее, и так далее. То есть вот многопланового использования вот этой сцены, сценической площадки, хочется видеть интересных работ, не однообразных, в ряд, в круг, в колонки и так далее, а очень интересных, умных, серьезных работ. Вы все в выигрыше, вы общались, вы
учились, вы показывали, что умеете. Удачи вам, успехов творческих, в добрый путь. Большое спасибо. 10-й фестиваль современной хореографии «Евразия Шанс» принимает гостей со всей страны и уже претендует на статус всероссийского. Это шанс. Шанс взлететь к новым вершинам танцевального мастерства. Данс-фестиваль «Евразия Шанс».